Эпидобстановку в Пензенском регионе называют тяжелой. Число заболевших ОРВИ и гриппом растет во всех возрастных группах. Вакцинация по-прежнему остается самой действенной мерой профилактики. При первых же симптомах болезни специалисты советуют обращаться к врачу. Обезопасить свой организм от осложнений могут помочь противовирусные препараты. Желательно широкого спектра активности и с хорошей переносимостью. Таким является орбидол. Он напрямую действует на вирусы, не затрагивая иммунитет человека. Исследования, проведенные в ведущих российских и международных лабораториях, показали, что орбидол обладает широким спектром противовирусной активности. Он эффективен в отношении риновирусов, аденовирусов, парагриппа, нового коронавируса. При профилактическом использовании он снижает риск инфицирования, а при терапевтическом использовании облегчает симптомы инфекции, снижает тяжесть и длительность заболевания. Важно соблюдать курс приема, чтобы не дать вирусам вновь активизироваться и продолжить размножение. Принимайте орбидол своевременно и следуйте дополнительным рекомендациям врача. Это лучшее, что вы можете сделать для себя в начале заболевания на амбулаторном этапе.